Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манохар Ванча калпатару ашча кипа синду бхавача патитананг павуне бхавишна вибхьо наму нама мукан кароти вачаланг пангунланг хетгирим ят кипа тамханг банди парамананда мадвам бриндавай тусидеббай пьявай кешва сача Сна бхакти паде деви саттва баттвай намо нама. Нараяна намаскритта наран чайва нараттамам. Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире. Шанкиртане кришна катху падеш. Гаурия патрашо пракаса неча. Садану ракта гуру бхакти юкто. Бхакти прамодакша джагод баранья, дхейям сада парибхавагнам авиштадухам, тетхас падам сива виринчанутам сараньям, бхетаттихам панатвапал бхавадипутам, банде махапурушате чаранарвиндам, ят падапаллаванакачандамани чатая, Бисвуриджита кимапика бхавадуша адерши, пурнанурагара сасагара сарамуртихи, сарадхикамай кадакхикам каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджануламбита бхужау канака бодато санкетанай кавитаро камалая такшо вишамбаро дижобаро жугадхарма пало банде жагат приякаро каруна бхатаро Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам, Бхуктинча Муктинча Дада Синитам, Бхаван Рупен Садан Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пухарам Барана Сипурапати Бхаджави Шанатам Баги саджушо бадане, Лакшмир жаша чавакшаши, Ясясте идешамби, Твам нишинга махам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.
Janasya Krishnad Vimukhasya Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugruhayeho Charantinunam Bhutani Bhavyani Janardanasya Janasya Krishnad Vimukhasya Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugruhayeho Charantinunam Bhutani Bhavyani Janardanasya Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told that there is a scarcity of Harikatha at present. Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что главный недостаток в этом мире — это недостаток Харикатхи. И какова причина этому? Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами такого Прабхупада Джагангуру сказал, что мы хотим из-за того, что мы хотим избегать чистых Гуру Вайшнавов, и это склонность обусловленных душ, то, что они избегают Гуру и Вайшнава. Даже те, кто находится в форме саньяси, брамачари, они также могут быть в обусловленном состоянии, они пытаются как-то избегать Гуру и Вайшнава. Это... И поэтому Гуру и Вайшнава они не могут, то есть они не могут слушать Харикатху от Гуру Вайшнава, принимать их наставления. В этом единственная причина. Мы никогда не можем сказать, что нету саду сейчас. Мы не можем говорить так. Мы не должны говорить так, что нет саду, чистых саду. Поэтому недостаток Харикатхи — это неправильно. Если мы будем говорить так, то это признак того, что это человек майявади, который говорит так. Поскольку Бхагаван Джаганнатх, он всемогущий, и он всегда заботится об этом бесконечном мире. Он при его могуществе он не может позаботиться о нас, организовать какого-то саду, который будет помогать нам. Джаганнатх, он не какой-то инвалид, который не может ничего сделать, он всемогущий. Что вы думаете? Джаганнатх, он может сделать все, он может поддерживать бесчисленные миры. Если он может делать это, то он также может отправить какого-то саду в этот мир, чтобы он защитил нас с помощью своей Харикатхи. Шрила Прабхупада говорит, все глупые люди, они думают, что у Джаганнатха нет ни рук, ни ног, и что толку поклоняться Джаганнатху. Шрила Прабхупада говорит, да, чтобы обдурачить вас, вы уже глупы, и чтобы вдвойне вас одурачить, Джаганнатх, он явил такую форму, что он без рук, без ног и в таком виде. Он... Он как бы шутит над нами, что он ничего не может дать нам, и нужно искать где-то в другом месте. И вот глупые люди как раз думают, что нужно искать в другом месте. Главный недостаток в этом мире — это недостаток Харикатхи. Я могу с полной уверенностью заявить, что подлинные саду они есть в этом мире, но вы слепы, поэтому вы не можете видеть этого.
You are blind, that's why you can see, you can complain. There is no sadhu. Поэтому некоторые люди жалуются, что нету садху, нет подлинных харикатхи, из-за этого они не могут совершить баджану. Это сиддханта, такие мысли неправильны. What do you mean by sadhu? Что значит саду? What do you mean by pure sadhu? What что do you mean? Значит чистый саду? What do you mean by pure sadhu? Pure sadhu mean? Чистый саду, саду значит саду. With acharan. Кто ведет себя достойным образом в соответствии с тем, как подлинный саду должен вести себя. Есть много так называемых святых в мире, но Шрила Прабхупада говорит, что если нет ачарана, нет идеального характера, идеального поведения в них, то это не саду, поскольку саду — это не одежда, не данда, не одежда, не какие-то внешние атрибуты, а саду — это его чистое сердце. Кто может сказать, что вы не саду? Главный признак святого — это его чистое святое сердце. И недавно мы обнаружили, что великий святой может родиться на Западе также. В западных странах я говорил о Садхананде Прабху. Тот, кто совершает Харибаджан, внешне может родиться или находиться в разных положениях, но тот, кто искренне совершает баджан, тот есть настоящий святой. Может, он родится в какой-то мусульманской семье, в мусульманской стране, как Харидас Такур, но внешне не влияет на сердце. Саду не значит какая-то одежда. Саду значит тот, кто ведет себя идеальным образом. Если его поведение, его характер, если какой-то человек носит одежду святого, но ведет себя совершенно противоположно, то нельзя говорить, что он саду. И также те, кто избегают общества чистой гуру вайшнавов, пытаются выставить себя как великих проповедников, то с такими людьми я тоже не иду ни на какие компромиссы. Это непростительно. И таким образом мы знаем, ачарун — это признак подлинного саду. Можно вспомнить историю Харидас Такура и Санатана Гасая. Санатана Гасая говорит Харидас Такуру: Ачар пучар намир корох дуи карджо, туми шарпа гуру, туми жагатер арджо. И что он сказал этими словами? И вот Санатана Гасаями говорит Харидас Такура. И вот он говорит тебе, Махапрабху дал. Это все они хвалят друг друга. И Санатана Госвами говорит про Харидас Такура, что Харидас Такура — ты лучший из проповедников, поскольку ты не только проповедуешь, но и живешь в полном соответствии с тем, о чем ты проповедуешь. И раньше много раз я упоминал эту шлоку из Вайо Пурана. Почему мы сталкиваемся с такой ужасной ситуацией? Почему? Какова причина? Не гневайтесь. Это Сиддханта Шрилы Прабхупады и Гуру Варги. Поскольку нет должного ачарана. И недостаток ачарана, то есть идеального характера, идеального поведения, это главная проблема, почему мы оказываемся в такой плачевной ситуации. Немножко даже.
даже частица ачарана гораздо важнее многих лекций, которые кто-то может говорить, кто-то может быть внешне сведущим, много иметь хорошую память, но если он сам не следует тому, о чем проповедует, то что толку от его проповеди? И сиддханта заключается в том, что ачарон, следование тому, о чем мы проповедуем, оно, это гораздо лучше, чем просто пустые разговоры о чем-то без подлинного следования тому, о чем мы говорим. То есть нужно проповедовать своим примером, это гораздо важнее. Если вы не верите мне, то я могу показать вам. Какие-то преданные не ездят на западные страны для проповеди, но влияние, оно очень широко. Оно достигает даже Голоки Вайкунтхи. Их поведение, их ачарон настолько могущественно, что этот ачарон он достигает сердца Бхагавана. И это называется подлинный ачарон. И те, кто из... И те, кто сами не могут следовать всем принципам нашего общества, то можно видеть, такие люди не пытаются как-то избегать всего. И те, кто, может, они занимают даже какое-то значимое положение, но Шрила Прабхупада говорит, что те, кто не утвердились в ачароне, в следовании всем правилам и принципам, может быть, они внешне могут быть знаменитыми учеными, но нельзя сказать, что настоящий ачарья. И Шрила Прабхупада говорит, если вы не утвердились в ачароне, то вы не должны проповедовать, но можно видеть, случается совершенно противоположные ситуации. Иногда можно видеть, что люди, как какие-то продажники, просто говорят о чем-то, но сами не следуют ничему, о чем они говорят. И такое явление нельзя назвать проповедью. Это, об этом говорит Шрила Прабхупада. Если есть подлинный ачарон, то такой человек, даже ничего не говоря, он уже влияет своим только тому, тем, что он следует всему. Это он обретает силу, которая влияет на все остальное. Вскоре я, вот Махарадж, хочет опубликовать статью, которая должна широко распространиться на основе Гуру, Гуру Гауди, которая может растопить наше сердце. Рупа Санатана, Джива Госвами, Рагунан Госвами Пад, Вишвана Чакаврати, Баладеви Видибушан, Бхактивинода Тхакур, они не ездили на западные страны, но их послания, их поведение, ачарон, они известны по всему миру. Их великая святая жизнь, она известна во всем мире. И это очень важно. И тот ачарья, кто подлинный ачарья, ачарья тот, кто своим собственным ачароном, своей сиддхантой, он может влиять на нас. И тот подлинный ачарья, кто влияет на нас своим собственным идеальным примером, и мы вдохновляемся следовать таким гуру вайшнавам благодаря их идеальному примеру. И мы можем попытаться утвердиться в том же ачароне, следовании тем же правилам, принципам жизни, которые следуют, они, может, сейчас мы не можем, какие-то недостатки нам мешают, но если
вы искренне, без всякого лицемерия, и если у вас есть какие-то недостатки или слабости, или еще что-то. Но все же, если у вас есть искренность, то тогда чистые саду, они помогут вам, они вдохновят вас. Если вы будете слушать харикатху от подлинных саду, которые живут тем, о чем проповедуют, то ваше сердце, оно изменится. Вы почувствуете какую-то реакцию в вашем сердце. Вы не сможете потерпеть, и вы почувствуете зов сердца. Это значит, и такие саду, они придут в вашу жизнь благодаря вашей искренности. Как в киртанах говорится такие слова. Если Гуру Махарадж, он будет думать, насколько достойны мы, кто достоин его милости, чтобы получить дикшу, то тогда мы вряд ли что-то получим от Гуру Махараджа. Это так. И в то же самое время также правильно то, что тот, кто приходит к подлинному саду, к чистому саду, он искренен или нет. То, что чем люди занимались в прошлом, может быть, какие-то грехи совершали или другие какие-то неблаговидные действия. Может, раньше они занимались чем-то непонятно чем, но это не столь важно, поскольку когда человек встречается с саду, то по милости Гуру Вайшнавов он очищается. И первое, нужно смотреть на искренность того человека. Искренен ли он пришел к саду или нет? Если он искренен, то по милости Гуру он получит бхаву, он получит милость, силу от Гуру, он сможет следовать всем правилам и принципам его жизни и в дальнейшем обнаружит, что он сам стал Гуру. Поскольку Гуру Сева, служение Гуру, оно сделает нас самих Гуру. Садгуру Сева, она сделает нас самих Гуру тяжелыми. И служение чему-то значимому, оно сделает нас значимыми, как служение Садгуру, оно сделает нас Гуру, нет другого пути. Садгуру Сева, она сделает нас самих Гуру. Может, сейчас мы ученики, но как в случае с Шрилой Бхактивиданте Вамнага Свами Махараджа, благодаря тому, что он служил своей Гурваге, все их качества, вся Сиданта, весь Ачарон, они явились в его сердце. Как это прекрасно, если мы можем проверить такого саду, который следует всем правилам и принципам вайшнавской жизни. Ачарон, он имеет такое влияние, что если на собрании, например, находится множество всяких лицемеров, как иногда какие-то собрания под именем Дарма Сабхи собираются, но Шанта Госвами Махарадж часто говорил, что несмотря на название, если посмотреть, подумать, анализировать, то выяснится, что это Адхарма Сабха. То есть, просто поскольку нету правосудия в этом обществе, там, где Гуру Вайшнава не получает должного уважения, и то общество, в котором не уважаются Гуру и Вайшнавы, подлинные Гуру Вайшнавы, то
это общество, оно развалится вскоре. Вместе со всеми этими ачарьями и их последователями. Этот ачар, он очень важен. На собрании, в дарма, в процессе дарма сабхи у нас есть возможность изучать вишавашнава дарма сабху, которую организовала Шрила Прабхупада Бхактивинода Такур. Я не могу забыть. Те, кто подлинные саду, если они находятся, сидят на дарма сабхи, они сидят вместе с Данды, как в Гаудии, множестве журналов, которые выпускала Шрила Прабхупада, можно видеть, все они сидят вместе с Данды, как статуи буквально. Не статуи, а как звезды, они сидят и можно видеть, что они излучают свет. Им даже не нужно говорить харикатху. Они просто своим примером, их величие, их личности, их ачарон, оно более чем достаточно. Просто даже кто-то, если увидит, он уже вдохновляется их примером. Бхакти Вивек Бхарати Госвами Махарадж. Я когда-нибудь расскажу более подробно о нем. Он был сокровищем, бриллиантом Гауди Матха. А почему мы такие нищие? На пути баджана. У нас есть множество сокровищ ждет нас. Множество сокровищ есть в Гауди Матхе. И Шрила Прабхупада говорит, те, кто же посланы Бхагаваном, как мы можем их игнорировать? Нет, мы должны прославлять их, чтобы получить их милость. Я могу рассказать о Бхактивек Бхарати Махараджа, все общество под руководством какого-то было какое-то собрание, и сахаджийское собрание, но они ополчились против Бхактивек Бхарати Госвами Махараджа. Во время Шрилы Прабхупады, Шрилы Кешава Госвами Махараджа не было никаких удобств. Но все же у нас должна быть надежда, поскольку парампара, знание, которое передается через ученическую преемственность, оно не может потеряться, если у нас есть ачарам, если мы следуем принципам нашего Гурудева, то это знание явится в нас. Такая же сиддханта, которая была во время Шрилы Прабхупады и Шрилы Кешава Госвами Махараджа, она явится в нашем сердце через Гуру Парампару, Бхагават Парампару. И то же самое знание, трансцендентное знание в его первозданной чистоте, оно передается через эту ученическую преемственность, и таким образом оно доходит до нас. И мы не должны сожалеть о том, что такие саду ушли из этого мира, но благодаря этой ученической преемственности они появляются снова и снова. И это сокровище Гауди Матха мы можем обнаружить в ком-то еще. Кто говорит, что Джаганнат бесполезен? Нет, ничего не потеряно. Мы должны иметь надежду и двигаться вперед. Есть наследие Шрилы Прабхупады, и мы можем слушать, читать, вспоминать о идеальном характере, идеальном примере Шрилы Прабхупады. Может, какие-то демоны выкинули часть его манускриптов, но
все же что-то осталось. Какие-то люди хотели убить Гаудия Махараджа, поэтому утопили много манускриптов Шрилы Прабхупады, но все же это не... Все же Гаудия Махараджа, он остался жив. Ачаран, он очень важен. Да, самое важное. Он настолько важен. И у нас есть возможность сегодня рассказать, услышать об Ачаране Шрилы Бхакти Кумар Шанта Госвами Махараджа, который яркий пример на нашем пути. Он символ. Правдивости. Сегодня не везде можно найти такое качество. Я сидя на Вьясасане, если я буду говорить ложь, что я буду разрушен, и я могу показать вам множество примеров. Некоторые люди, сидя на Вьясасане, не стесняются врать. В роту не краснеют. У них нет качества правдивости. Даже по каким-то мелким вещам они то врут и пытаются показать другим, что они совершают баджан абсолютно истине. Но если они не могут даже о каких-то простых вещах сказать правду, то что говорить о чем-то более великом, как это возможно? Если у вас есть такая сила, то придите ко мне. И вот Ачаран, он очень важен. Символ правдивости — это символ Гуру Ништхи, что мой Гуру Падма Шрила Бхакти Кумар Шанта Госвами Махарадж, если я буду говорить о его славе, это займет очень долгое время, и я не смогу закончить. И Шанта Госвами Махарадж, кто пришел в... на путь баджана еще в детском возрасте. Его отец, мать, дядя, все они приняли прибежище у Шрилы Прабхупады. Вайкунтха Прабху. И его дядя жил в Гаудия Матхе, он был один из лучших киртани. И вот они поклонялись Радхарама, Виграхе Радхарамана в их доме в Миднапуре. И Гурупад Падма Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж в то время Пранавананда Брамачари его звали. Они однажды отправились в дом, где жил Шанта Махарадж. Они увидели его там, увидели, что он очень искренне, так прекрасно совершает киртан. Он, и они, мой Гурупад Падма и Шрила Бхакти Хридая Бундав Госвами Махарадж, они предложили его отцу, почему вам не отправить вашего сына в Гаудия Матх? Ну, если хочет, пускай и едет, не возражая. И вот у него было три брата. Один был Радхараман, Рой. Это фамилия Рой была, они были этими землевладельцами. И так или иначе, времени мало мне обсуждать морфологические подробности. И вот
таком малом возрасте, он уже присоединился к Гаудия Матху. В то время Шрила Прабхупада жил в Калькутте на Ульдаданга Роуд в первом доме. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж тоже жил с ними по... И по указанию Шрилы Прабхупады также он их посещал школу близлежащую и служил Гаудия Матху все время. Шрила Прабхупада, он смотрел, удивлялся, насколько он искренен. И вот Шрила Прабхупада, он хотел дать Харинам ему, потом Дикшу. И вот он начал жизнь в Баджане, в Гаудия Матхе, в таком малом возрасте. И по процессе он получил образование. И тем временем ситуация была такая, что он... И вот, в общем, отправили его в Шри Чайтанья Матху. И там он... А тем временем он закончил школу. И по... И он спросил позволение Шрилы Прабхупады, чтобы изучать санскрит. И вот начал его изучать, и... Там, в этом Шри Чайтанья Матхе жили великие преданные, как Парамананда Брахмачари, Кешава Госвами Махарадж и прочие. В то время Кешава Махараджа звали Винод Бабу, Кунджа Бихари там также был. И они очень любили его. И вот он начал изучать санскрит под руководством ученика Шрилы Прабхупады. Он был профессором по санскриту. И вот спустя долгое время в Гаудия Матхе, в Даке, настоятель Матха написал письмо Шрилы Прабхупаде, что им нужен кто-то, чтобы кто-то, что мог бы прекрасно петь киртаны. И Шрила Прабхупада дал наставление Радхараман Брахмачари. О, Радхараман, хочешь ли ты? Отправиться в Гаудия Матх, в Даке, там им нужен киртания. И вот уже и поэтому он оставил изучение санскрита, поскольку тяжело это было совмещать, да и профессор жил в другом месте, и Шрила Прабхупада сказал, что благодаря Гуру Крипе, милости Шингуру, ты можешь обрести все. И поэтому, не раздумывая, начал совершать гуру-саву указания Шрилы Прабхупады. Я спросил, может ли он до Даки доехать. И тот сказал, что сможет, хотя был еще ребенком. Взрослым ребенком. И в то время до Бангладеши, чтобы доехать, нам, в смысле, до Даки, до столицы Бангладеша, половину пути нужно было плыть на лодке, в смысле, такой кораблик паровой. И вот он пришел, купил билет, сел. Никого не было, поэтому он сел, удобное место выбрал. Поскольку пришел первый, никого там не было, начал харинам повторять. Потом народу все больше и больше становилось.
забился до полна этот кораблик, и тут пожилые люди начали возмущаться, что тут какой-то мальчик сидит, место не может уступить, тут пожилых полно, а что тут невоспитанный сидишь, не... Вот, начали, в общем, возмущаться, что совсем невоспитанный, даже место не может уступить. В общем, он, выгнали его с его места. Но тут Шанта Махарадж не отвечал им ничего. Он, по милости Гуру Махараджа, мог понять, что эти обычные люди, ну, ведут себя таким образом. И если как-то неуважительно к нам относятся или неуважительно, то не нужно обижаться. И таким образом достойное поведение, но очень важно. И Шанта Махарадж понял, что эти обычные люди могут иногда выражать почтение ему, иногда не выражать почтение. И в течение, в общем, получаса эта лодка плыла, тут объявили этот капитан этого кораблика, объявил, что будьте осторожны, все пассажиры. Сейчас этот шторм начинается. В любой момент можем потонуть, поэтому давайте молиться вместе, поскольку больше сделать ничего не можем, только молиться остается, зависеть от милости Верховного Господа, поэтому все давайте повторять святые имена. И вот тут этот первый человек, который ругал этого Шанта Махараджа, начал причитать, что тут с дочкой у него замуж выйдет, он тут везет кучу золота и прочего приданного, если потонет в процессе перевозки вместе со своими ценностями, то, в общем, ничего хорошего не получится. И Шанта Махарадж сказал, что неправильно вы думаете, нужно молиться Господу, а не причитать о своих ценностях. И этот человек сказал, что ну, сказали нам повторять, молиться Господу, но что толку от наших молитв, поскольку у нас мы ведем себя как попало. А вот если вы будете молиться к Господу, то может он ваши молитвы услышит. Хотя полчаса назад этот человек поносил, на чем свет стоит, это Шанта Махараджа, а вот когда шторм начался, полностью поменял свое поведение. Наоборот, просили его помолиться за то, чтобы их корабль не потонул в процессе. И вот Шанта Махарадж сказал, что ну, по милости Гуру Махараджа может случиться так, что Господь услышит наши молитвы. И вот он сказал, вы все должны за мной петь Махамантру. Все согласились, делать ничего было. Что давай начинаем, мы будем повторять за тобой. Вот
начали петь Махамантру, и в течение там 20 минут шторм кончился, погода нормализовалась, и все начали выражать почтение Шанти Махараджу, который еще был ребенком, и таким образом потом его отправили в Римуну. А, нет, нет, не в Римуну, а Римун. Это Бирма сейчас. За Бангладешем, следующая страна. И вот в Бангладеше после Сундарвана, где тигры живут, вот такой знаменитый лес. И большая часть сейчас этого Сундарвана в Бангладеше осталась. И если вот после этого Сундарвана Бирма начинается, и там Шанта Госвами Махараджа тоже отправили для проповеди. Кто-то из нашей Гуруварги уже проповедовал, там много бенгальцев жило. И этот маленький мальчик, Шанта Махарадж, он повторил харинаму, ходил, собирал подаяние, и иногда какие-то люди шутили, что ты ничего не делаешь, только ешь и спишь. В общем, люди предлагали ему работать, начать, а не заниматься попрошайничеством. И однажды он пришел к какому-то владельцу большого магазина сладости, и вот тот приходил просить подаяние, и этот владелец магазина всегда шутил. И он также был шакты, поклонялся Кале. И все названия сладости, которые он продавал, и учитель все свои сладости переименовал, что не просто сладкие шарики назывались, а то есть они назывались Айма, Гома, ну как-то в честь Кали, в честь матери Кали. Он все свои сладости называл, и надо было называть, как он, ну так вот, чтобы как-то с какой-то связь с Кали они имели. И Шанта Госвами Махарадж спросил, зачем это сделал, но надо было как-то что-то ответить ему. Владелец магазина подшучивал над ним, говорил, что Кришна может сделать. И этот Шанта Махарадж сказал, когда ваш отец и мать умирают, что вы говорите, Рамнам Сатяхи, Булубул, Харибул. Почему вы Калибул не говорите, почему Харибул говорите? И вот этому поклоннику Кали нечего было ответить. Еще несмотря на то, что они всю жизнь поклоняются Кали, а во время смерти начинают взывать к именам Хари. Это один из признаков того, что Кришна — Верховный Господь, и этому человеку нечего было ответить на это. И вот множество вещей я вспоминаю о Шанти Махарадже. И после того, как Шрила Прабхупада ушел из этого мира, ситуация стала очень плоха.
не каждый мог следовать Шри Прабхупаде. Часто происходит так, что после ухода Ачарьи какие-то неприятности случаются. Вот Радхараман Брамачари, он не знал, что делать. И вернулся к себе домой, к родителям. И там уже думал, что делать дальше. Тем временем Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж Хайгрив Брамачари, он поехал к ним домой, чтобы помочь ему как-то и вернуть его назад. И вот Хайгрив Брамачари сказал его отцу Вайкунтхи Бабу, что ты, отец, ты ученик Шрилы Прабхупады, как ты позволил своему сыну вернуться. Он принял отреченный уклад жизни. Отец сказал, что ему ничего не говорил. Он сам приехал. Выгнать его тоже неудобно, поэтому он живет какое-то время. Можете сами с ним поговорить. И Хайгрив Брамачари сказал: «О, Радхараман, ты наш брат Боги, ты посвятил свою жизнь Шрили Прабхупаде, поэтому почему бы тебе не поехать с нами? Бхагаван защитит нас». И вот он так опять забрал Шрилу Шанта Госвами Махараджа с его дома, и до последнего момента своей жизни Шрила Шанта Госвами Махарадж говорил Бхакти Хрида Бондем Госвами Махарадж и Шрила Пури. А это Мадхава Госвами Махарадж и Шрила Пури Госвами Махарадж, они защитили мою жизнь. Они вернули меня в Гаудия Матх. И после того, как Шрила Прабхупад ушел из этого мира, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Хайгрив Брамачари и Джаджара Госвами Махарадж, кто принял саньясу от Шрилы Прабхупады, он был последний саньяси Шрилы Прабхупады, они все решили открыть Гаудия Матх в Миднапуре. И там я много раз говорил Харикатху на Бенгале в том матхе в Миднапуре. И после того, как все решилось, после ухода Шрилы Прабхупады, это был первый Гаудия Матх, который был открыт. И Винод, Шрила Бхакти Паген Кеша Госвами Махарадж, он Гауди Веданта Самити организовал, и вот этот матч в Миднапуре. Вот эти две первые организации, которые появились после ухода Шрилы Прабхупады. И вот там Хайгрив Брамачари он попросил Джаджавар Госвами Махараджа, чтобы он дал саньясу Радхарамана. И тогда Джаджавар Госвами Махарадж дал ему саньясу Шрили Шанти Госвами Махараджа, и после этого началась проповедь везде. И Шанти Госвами Махарадж, он открыл матч в Кешари. Кешари — это очень важное место, но почему, мы не знаем. Кешари — это место в Миднапуре. Каракпура. И вот в Каракпуре там есть Индийский технологический университет. Каракпур — это самая длинная станция в мире. От Каракпура там где-то час пешочком, если пройти, то место ухода Шрилы Шанта Госвами Махараджа, точнее, это место не ухода в Майпуре, оставил тело там самадхи. Он родился там, в том месте, самадхи там же.
И также и в там Расикананда Прабху, Шимананда Прабху, они проповедовали в том месте. Это место, это Мидна Пур, полон храмов. И в Кешаре. И там Шрила Шанда Госвами Махарадж хотел открыть Гауди Матх. Это был первый Гауди Матх в Кешаре. Но земли не было. Он думал, где взять землю, смотрел вокруг. И какой-то землевладелец хотел дать ему землю, но с одним условием, что нужно было пойти в суд и сказать какую-то небольшую ложь. И вот в обмен этот землевладелец готов был дать землю. И Шанта Госвами Махарадж сказал, что не могу лгать, поэтому пускай земля у вас остается. И Шрила Шанта Госвами Махарадж был символом правдивости. И вот в итоге он потом нашел подходящее место для строительства храма, где брамачари и прочие ученики Шрилы Прабхупады не одобрили. И впоследствии там построили Гаудия Матх, и после этого процедура открытия храма началась. Шрила Шанта Госвами Махарадж хотела пригласить царя Орисы Пури. Но царь никогда не смог приехать. И Шанта Госвами Махарадж, он дал наставление, попросил Бхарати Махараджа, чтобы он пошел к этому Диви Симхе, Диви Симха звали царя, что благоприятно приглашать преданных Джаганатха. Этот царь Диви Симха был предан Джаганатха, вот Бхарати Махарадж поехал. Встретился с царем, а царь его очень любил, уважал, и сказал, что приехал с одной просьбой, что хочет пригласить его на открытие Гауди Матха. Царь сказал, что занят, не может поехать, а Бхарати Махарадж сказал, что можете слово «не» забрать с ваших слов, и можете приехать. Ну, царь засмеялся. В общем, Бхарати Махарадж сказал, что хотя бы на 10 минут приезжайте, я помогу туда-обратно. Но все равно там по делам где-то поблизости будете находиться. И, в общем, этот царь приехал ненадолго на церемонию открытия этого Гауди Матха. И если буду говорить о славе Шанты Махараджи, это займет дни за днями. Его сердце было очень велико. Он очень любил меня, и я не хочу об этом много говорить. Когда и вот в Пури, когда вот на в районе Сваргадвара, Горават улица, там он построил небольшой храм в Пури, Шрила Шанта Госвами Махарадж. Вот он хотел построить храм, земли было мало.
там какой-то старый дом был. И вот он пригласил Бхарати Махараджа, чтобы тут помог ему построить храм. И нужно было над мандир сделать храм, место, где Харикатху и Киртан проводят, чтобы еще преданному где-то жить осталось. И Бхарати Махарадж подумал, нарисовал предварительный проект и и, в общем, Шанта Госвами Махарадж сказал Бхарати Махараджу, что он все сделал, как ему хочется. Бхарати Махарадж, он, хотя внешне не было ни образования в сфере архитектуры, но он проектировал все храмы Шри Чайтанья Гауди Матха и другие, и получалось все идеальным образом, со всеми удобствами. Даже на небольшой площади он мог уместить все, что нужно. И также Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он хотел построить храм на месте явления Шрилы Прабхупады. Это стало великим местом паломничества. Там, где явился Шрила Прабхупад, там, где жил Бхактивинод Тхакур с Бхагаватима. Это стало великим местом паломничества. Мадхава Госвами Махарадж вместе с Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махараджем и Бхарати Махараджем, и вот в Пури на месте явления Шрилы Прабхупады есть некий Йешодананда Прабху, ему уже лет 95, и когда он... Я встречаю его, он всегда обнимает меня, и вот он тоже участвовал в процессе вот этих судов и прочих разбирательств, чтобы получить место явления Шрилы Прабхупады. Я чувствую радость, когда я встречаюсь с подлинными вайшнавами. Я встречался с многими, как Шрила Шанта Госвами Махарадж, Нэйнананда Баба и прочими великими преданными. Я всегда чувствовал необычайную радость внутри моего сердца. Я не знаю, есть ли у вас такой опыт или нет, но встреча с вайшнавами — это великое дело в нашей жизни. И вот Йешодананда Прабху и Бхарати Махарадж, они отправились туда. Бхарати Махарадж попросил Шанту Махараджа. И вот тем временем Радха-ятра начиналась. И Шанта Госвами Махарадж сказал, что наша обязанность, чтобы обнаружить и построить храм на месте явления Шрилы Прабхупады. Я помогу вам всем сердцем. И на самом деле Радха-ятра сейчас вскоре будет, и множество преданных приедет. И поэтому позвольте нам на время уехать с вашего храма. Этот Шанта Махарадж раньше построил храм, чем Шри Чайтанья Гауди Матха возник на месте явления Шрилы Прабхупады. Вот они в его храме жили и собирались уехать на время Радха-ятры.
Шанта Махарадж сказал, что не нужно уезжать, живите, не беспокойтесь. Вы занимаетесь таким великим делом, строительством место явления Шрилы Прабхупады, поэтому живите и не беспокойтесь. Таким образом, сердце Шрилы Шанты Госвами Махараджа было очень велико. Что сказать? На любой дармасабхе Махарадж, он, как здесь, если он находился в качестве председателя, и он организовал функционирование этой дармасабхи очень четко, очень пунктуально. И вот во время его присутствия все приходило идеальным образом. А сейчас очень часто можно видеть, что дает слово тем, которые будут прославлять его, этого председателя. Но Шанта Госвами Махарадж никогда такого не делал. Иногда однажды Шанта Госвами Махарадж сказал Бхарати Махараджу, сидел снизу, а Гурага, они сидели на каком-то возвышении. И Шанта Госвами Махарадж попросил Бхарати Махараджа, чтобы тот сел вместе со всеми саньяси. Бхарати Махарадж посмотрел на Мадхава Госвами Махараджа. И Мадхава Госвами Махарадж сказал, когда Гурага дает нам указания, мы должны следовать ему, поэтому вставай, садись с нами. И вот Шанта Махарадж дал слово, потом Бхарати Махараджа. Сейчас можно видеть, на многих собраниях дают всем по 5 минут говорить самым бестолковым людям по полчаса, как в случае. Однажды Шрила Прабхупад, он в Кашим поехал по приглашению местного какого-то этого человека. Но там начали возмущаться и не дали слова Шриле Прабхупаде. И эту историю я расскажу на день явления Шрилы Прабхупады. И вот Шанта Госвами Махарадж был настолько беспристрастен. Тогда уж сейчас я думаю, я молюсь Шанти Госвами Махараджу. О, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шанта Госвами Махарадж, вы должны явиться сейчас, чтобы исправить ситуацию, которая происходит сейчас. Он был очень беспристрастен. И Шанта Госвами Махарадж, например, на собрании и дали по 15 минут говорить, если какой-то говорящий 15 минут говорил дольше, чем 15 минут, Шанта Махарадж. Звенел как-то, чтобы дать понять, что уже 15 минут кончилось, надо вместо следующему уступить. Но если какой-то преданный говорил такую достойную харикатху, то Шрила Шанта Госвами Махарадж позволил ему говорить дольше. А сейчас глупые люди, которые заседают на дармасабхах, не знают, что должен сделать этот председатель дармасабхи. А обязанность
его в том, чтобы организовать наивысшее благо для слушателей. Это обязанность председателя Дхармасабхи, чтобы организовать максимальное благо для всех слушателей. А сейчас просто ворует время, никакого блага не организовывает. И вот после того, как он построил матху в Калькутте, в Бихале, я был много раз во время того, как Шрила Шанта Госвами Махарадж там был, я могу рассказать примерно, сколько широко сердце Шрила Шанта Госвами Махараджа. И вот он открыл храм в Бихале. И Харикатха и Харикиртан были очень важны в его жизни. Всю жизнь он совершал Харикиртаны, говорил Харикатху. И вот была Дарма Сабха в то время, какой-то известный профессор, но какой-то майявадский сампрадай, он присоединился к празднику, и преданные, как Бхарати Махарадж и Нарайан Махарадж, они все были приглашены говорить Харикатху. Это было давно. И в итоге они... В общем, очередь до этого профессора дошла, но он был майявади, об этом как бы не знали, и вот он начал говорить, и говорил о майявади Шанта Махараджа, подумал, что такое, это тут собрание преданных, тут какой-то человек майяваду несет, и ничего не сказал, хотя... И вот тут профессор говорил Ахам Брахмасми и прочие утверждения майявады, и в итоге закончил говорить, Шанта Госвами Махарадж должен был сделать вывод, утвердить Сиданту. И Шрила Шанта Госвами Махарадж сказал, что Ахам Брахмасми. Ну вот вы сказали, что вы говорили, что все Брахма, вы Брахма, да, и я Брахма. Каждый Брахма, нет ничего, кроме Брахмы. И тогда Шанта Госвами Махарадж взял палку и замахнулся на этого профессора, тот начал защищаться, возмущаться. А Шанта Махарадж сказал, только что ты сказал, что мы все Брахма, и кто кого бьет, что Брахма не викара, никаких реакций у него нет, и что я Брахма, и палка Брахма, и вы Брахма, поэтому чего же боитесь, вы должны признать, что говорили ложь, и ваши все слова ложны насквозь. И этот профессор понял, что он ошибался. Шанта Госвами Махарадж был очень разумен, что даже не говоря многих вещей, он мог просто показать человеку, что тот не прав, и изменить его сердце. Это зовется ачарана, это влияние ачарана. Он, да, как с этим профессором, он много не говорил, просто замахнулся на него палкой и доказал, что профессор говорил ложь, и сам профессор понял, что он совсем не прав, что его слова совершенно не сходятся с реальностью. Махапрабху сказал, что этот материальный мир, он не полностью ложен, он временен, нестабилен. Майявад
Бхагавате говорят, что все, что нас окружает, это подобно сну. И тело наше, тоже подобно сну, и чего же мы боимся? И откуда этот страх приходит? И Махапрабху сказал, что материальный мир он не вечен. Это не сон, он просто временен. Он настоящий, но временно. И Махапрабху он утвердил Ачинтья-бхеда-бхеда-татву, в которой было все ясно, предельно ясно. Пользовался преимуществами Санта Госвами Махараджа, поскольку многие люди ополчились против меня, поскольку я был редактором Гаудия Патрики. И вот был журнал также в честь столетия явления Шилы Пури Госвами Махараджа. Я редактировал статьи на на хинди, бенгали и английском. И вот все статьи, которые должны были опубликоваться, все слали мне, потом я их уже распределял, редактировал после. Однажды один очень такой знаменитый, то, что человек, который думал о себе, что он очень важен, написал какую-то ерунду, что если такое опубликовать будет стыдно, а если переписать на правильное, то тут обидится очень. И вот я пошел к Шанти Госвами Махараджу, сказал, что тут вот в этой статье тут ошибки. Я не буду говорить, кто написал ее. Я вот предложу два варианта. То есть один исправил, который Бабджи Махарадж исправил, второй, который был прислан этим человеком. И Шанти Госвами Махарадж слушал, говорил, то неправильно, это неправильно, и пятое, и десятое неправильно. И потом, когда Бабджи Махарадж ему зачитал вариант, который он исправил, то Шанта Махарадж сказал, что все правильно. И потом это все опубликовали. Этот человек начал вообще возмущаться, что тут все переписали. А я сказал, что это не я, а Шанта Махарадж. И этому человеку нечего было ответить. А если бы я сказал, что я все поменял, то этот человек еще сильнее бы возмущался. И когда какие-то преданные иностранные хотели встретиться с Шилой Шанта Госвами Махараджем, меня всегда брали с собой в качестве переводчика. Ришикеш Махарадж и прочие. И вот они брали меня, я говорил Шанта Махараджи, переводил с английского на понятное. И таким образом у меня была возможность служить Шанти Госвами Махараджи. Я очень горд и рад, что у меня была возможность иметь связь с таким великим преданным и на столетие явления моего Гуру Махараджа. И вот меня
отправили пригласить Шрилу Шанту Госвами Махараджа на столетие явления моего Гурудева, и Махарадж был очень счастлив. Он приехал со мной на машине, его сердце было очень велико, но и вот в машине места было мало, и тут еще какой-то преданный собирался поехать, но места не было. Шанта Махарадж сказал, что пускай садится на его колени и таким образом поедем. Но ехать там далековато было, до Пури. И наш Бхакти Вилас Тиртха Госвами Махарадж. Вот Бхакти Вилас Тиртха Госвами Махарадж Кунджа Бихари Видьябушан, я немного расскажу о нем. И вот Кунджа, да, он позвал Шанту Госвами Махараджа и сказал, что нужно дать обет. И Шрила Прабхупад ушел и сказал, что должен дать три обета. И тот сказал, что сделает все, что вы захотите. Первое, вы должен отдать своего первого ученика для служения Шри Чайтаньи Мадхаве. И он отдал его. Это было сейчас Кануприя Бабу. Ему уже 100 лет и 4 месяца, и вот он живет Чайтаньи Мадхи, до сих пор служит. Он очень этого любит Бабджи Махараджа, не знаю почему. И давно, лет 25 назад, у меня была возможность говорить Харикатху Шри Чайтаньи Мадхи. И после этого мне потом не позволили говорить Харикатху, там я переехал куда-то. И вот Кануприя Бабаджи Махарадж, он был первый ученик Шанта Госвами Махараджа, и Шанта Махарадж пожертвовал его для служения в Шри Чайтаньи Мадхи. И вот он до сих пор служит там. И второй обет. И второй обет был организовать парикраму Гурдхамы. Тысячи людей приезжают, и ты должен помочь нам в этом. И тот согласился. Шанта Госвами Махарадж, он не какой-то обычный человек. Шанта Госвами Махарадж, он пример Гуру Ништи. Символ Гуру Ништи, символ правдивости. Но сейчас мало кого можно найти с такими качествами. И когда? И третий обет. Если я зову тебя для служения Чайтаньи Мадхи, ты должен прийти, приходить всегда. И тот согласился. И вот даже если там в полночь нужно будет что-то сделать для служения Чайтаньи Мадхи, то все равно нужно будет прийти. И он дал все эти обеты, и с тех пор, когда какие-то проблемы в Чайтаньи Мадхи, я не могу забыть Шрилу Шанту Госвами Махараджа. Столько он велик. Ачарья Шри Чайтаньи Мадхи однажды был против Шрилы Прабхупады и писал какую-то ересь постоянно. И Шрила Шанту Госвами Махараджа написал его письмо, что кто ты? Будь осторожен. Не смей критиковать Шрилу Прабхупаду и какое-то большое общество. Не хочу его называть.
это не моя обязанность. И вот когда я был на Сурья-Кунде, я был беспомощен. И по милости Гурудева я был спасен, все преданные. Ну, в общем, Бхагаван спас Бабаджи Махараджа от этой ситуации. И потом он был Бабаджи Махарадж, когда был на Сурья-Кунде, он написал письмо Шили Шанти Госвами Махараджа, описал свою ситуацию. И это письмо у меня было, потом его напечатали на Бенгале. И в то время Шили Шанти Госвами Махараджа был в Кешаре. Вот он был на крыше. И Шанта Госвами Махарадж написал мне ответ на мое письмо, и он предсказал, я могу показать вам, удивитесь, видеть это. И вот он 25 лет назад написал то, чем я буду заниматься. Он сказал, что я буду совершать, что я должен совершать сампрадая севу, гуру севу. Он предсказал то, чем я буду заниматься. Хотя в то время у меня было ни копейки денег, я даже на еду не было, я просил подаяния в домах в Раджаваси, как я мог делать то, что он сказал мне. И он, Шанта Госвами Махарадж, написал, что я должен совершить гуру севу, сампрадая севу. Сампрадая севу – это обязанность великих ачарья, а кто я? У меня нет никакого положения, никаких возможностей. По милости Гурваги, Шрила Шанта Госвами Махараджа, я хочу поддерживать мою такую жизнь, хотя это сложно, но все же пытаюсь. Я не могу сказать, что я достиг успеха, это нехорошо говорить так. Это признак ложного эго, если кто-то гордится, хвастается тем, что он поддерживает ачару, но это неправильно, поскольку смирение, оно, естественно, пребывает в тех вайшнавах, которые ведут идеальную жизнь. Смирение, оно, естественным образом, является в них даже после шелка проповеди во всем мире, то они думают о себе как о падшей душе, душе как народу так можно увидеть его пример. Он был очень смирен. Проповедь — это обязанность Нитянанды. Если Нитянанда выгонит нас с этой поле проповеди, кто мы. Сегодня у нас есть возможность сказать. И сегодня я с полной уверенностью заявляю, что Шрила Шанта Госвами Махарадж, Бхактивалабхатхирта Госвами Махарадж и Пати Вайшнавы, они благодаря их милости, я могу говорить иначе, кто я в этом бесконечном мире, всего лишь малое создание, времени мало, и на сегодня конец. Однажды на день явления Шрилы Шанта Госвами Махараджа я докажу эту шлоку на примере его жизни. Может, это через спустя долгое время, но я вспомню и продолжу с этого момента. Чаранти нунам, бутани хабьяни, чанаганасья,
И когда я узнал о том, что его лиле ухода, я болел какой-то лихорадкой, но все же достиг последней церемонии прощания с ним. И я хочу попросить милости у него, чтобы он даровал мне свою милость, он океан милости. И сегодняшняя тема Шрила Бхакти Кумуда Шанта Госвами Махарадж, которая не отлична от моего Парамахамса Гурудева, он символ правдивости и гуру-ништхи.